Да-да, это песня о жизненном оптимизме. Ну, вы сейчас все поймете сами. Иду не спеша по голову. Простите. Ща. Иду не спеша по городу, держа голову выше. Как минимум ровно, полной грудью дышу. Что вокруг не слышу, шум машин перебивают наушники. Перед глазами народ мельтешит. Погоды не шик, но меня не тревожит. Я для себя так решил, все, что не происходит, то к лучшему. Бывает сложно, зато не скучно. К примеру, так придешь домой совсем замученный, а на столе ждет горячий ужин, кружки на блюдцах. И это приятное чувство, что тебя любят, согревает даже мороз самый жуткий. Друзья зовут куда-то, да подождут мутки. К тому же нравится больше, когда свободны руки, когда источник вдохновения таится в музыке, не той, что грузит звук или приводит грусти, а той, что заряжает позитивом на 100 с плюсом. И пусть на улице январь, ты не унывай, да хоть лютый февраль, ты не унывай. Когда настанет март, живи без опар, апрель и май, так вообще принимай в кайф. Придет июнь, июль, на все проблемы плюй. И в августе, так это же сезон радости, а осень и декабрь так же даны во благо нам. И круглый год, дружище, не вздумай духом падать. Не стоит унывать, ни в коем случае. И что бы ни произошло, я верю в лучшее. А то, что солнце иногда прячется за тучами, лишь повод, чтобы громче сделать музычку. Эй, не стоит унывать, ни в коем случае. Ведь если не пытаться, то не получится. А то, что солнце иногда прячется за тучами, лишь повод, чтобы дальше делать музычку. Заметил, люди любят жаловаться на то, как их судьба безжалостна, и постоянно обижаются на окружающих, не замечая то, как замечательны на самом деле даже они сами. Как мы не отрицали, желания специально сбываются не сразу, а именно когда не ожидаешь, когда отчаянно все посылаешь. Внезапно происходят настоящие чудеса, но только потому, что кто-то постоянно трудится, поделится по лицах, как на шумных улицах, где нету хуже зрелища, чем вечно хмурые фигуры и недовольные работники, не в силах улыбнуться друг другу, лишь портят настроение. Вместо того, чтобы понять, поднять и быть добрее, бросают в грязь, готовы за тобой скорее заживо, лишь бы им не мешали так существовать и дальше, стирая об асфальт подошвы, бегу в никуда. Неважно, там сегодня дождь или жара. И пусть грустно слегка, когда смотрю под ноги, стоит поднять взгляд, чтобы понять, как здорово жить в этом городе, знать каждый поворот. Они приводят не туда порой, но что с того? И не теряя голову, придерживаюсь строго главного правила, кстати, и ты попробуй! Не стоит унывать, ни в коем случае. И что бы ни произошло, я верю в лучшее. А то, что солнце иногда прячется за тучами, лишь повод, чтобы громче сделать музычку. Не стоит унывать, ни в коем случае. Ведь если не пытаться, то не получится. А то, что солнце иногда прячется за тучами, лишь повод, чтобы дальше делать музычку. То, что солнце иногда прячется за тучами, лишь повод, чтобы громче сделать музычку. Не стоит унывать ни в коем случае. И что бы ни произошло, я верю в лучшее. А то, что солнце иногда прячется за тучами, лишь повод, чтобы... Продолжаем музычку. Музыкальный вечер. Всем спасибо от нашей экспромт-группы «Громко». До следующих встреч, приятного вечера. И на свободном микрофоне наверняка еще увидимся с вами. Ну или где-нибудь. Да. Бу!